С традициями празднования Нового года смогли познакомиться гости Центральной библиотеки. Привычные для многих семейное застолье и новогодняя елка появились сравнительно недавно, а до этого торжество отмечали совсем иначе. Историю праздника узнал наш мобильный репортер. Лекция писателя Александра Черемина была приурочена к традициям празднования Нового года. Он рассказал о богатой истории торжества, начиная со времен Древней Руси. С тех пор праздник претерпел кардинальные изменения. Раньше это был, скажем так, праздник на улице. Ярмарка была основным местом расположения этого праздничества. А сейчас в основном, конечно, Новый год, он у нас отмечается дома. Считают, что это уже больше домашний праздник. Лекцию Александра Черемина Надежда Цветникова слушала с большим интересом. Она признается, многого из того, о чем говорил историк, не знала. Надежда Сергеевна рассказала, что традиционно отмечает праздник в большом семейном кругу, а также вспомнила о том, как встречала Новый год в юности. Мы с подругой приготовили себе новогодние костюмы. Были мушкетерами. История праздника в нашей стране полна чудес и сюрпризов. Однако главное чудо зимнего торжества заключается в единой для всех вере в лучшее.